Сотрудниками МВД России в Краснодаре задержаны подозреваемые в вымогательстве. Жительница города Краснодара сообщила в полицию о том, что неизвестные люди насильно усадили мужчину в автомобиль и увезли. Ей удалось зафиксировать происходящее на камеру мобильного телефона и запомнить регистрационные знаки транспортного средства, на котором скрылись злоумышленники. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили местонахождение данного автомобиля, в салоне которого находились четверо мужчин. Заметив полицейских, подозреваемые попытались скрыться, а затем оказали сопротивление при задержании. При осмотре машины сотрудники полиции обнаружили и изъяли травматический пистолет, патроны к нему, денежные средства, а также поддельные удостоверения сотрудников различных силовых структур. Четверо жителей Краснодара в возрасте от 22 до 27 лет доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Полицейские установили, что фигуранты, применив насилие, посадили 33-летнего жителя Краснодара в машину. Представившись сотрудниками полиции, они сообщили об имеющейся у них информации о его причастности к незаконному обороту наркотических средств и потребовали крупную сумму за освобождение от уголовной ответственности. Испугавшись за свою жизнь, потерпевший передал мужчинам деньги, после чего был отпущен. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 163 Уголовного кодекса Российской Федерации. В отношении задержанных избрано мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, направленных на установление соучастников противоправной деятельности, а также иных граждан, которые пострадали от незаконных действий подозреваемых.